Знаете ли вы, о чем мечтал Дастан Урысбеков всю жизнь? Я с детства мечтал петь со своим лайф-бендом, примерно с 21 года, вживую, с вокальным инструментальным ансамблем петь. Вот такая мечта у меня была. И вот, наконец-то, свершилось. Свои планы певец воплотил в жизнь. Эта мечта сбылась только сейчас. И так лайф-бенд называется «Сизм». Так назвали, потому что надо чувствовать музыку. Зрители и певцы должны чувствовать друг друга. Теперь по мероприятиям певец будет ездить именно в составе своего лайф-бенда. И пусть это может показаться немного неудобным, воплощенную мечту нужно поддерживать. Иногда бывает, что меня одного зовут. С лайфбендом, конечно, гораздо дороже получается. Еще и затраты на дорогу, но плюс лайфбенда в том, что выступать мы будем до самого конца тоя. Мечта мечтой, но отказываться от своего репертуара Дастан не намерен. Нет, я буду петь только свои авторские песни, тойские песни не буду петь, потому что рядом есть два вокалиста, вот они и будут исполнять тойские композиции. Впрочем, долгое время певец обещал, что снимет клип. Тем более, как вы знаете, у него вышла новая песня под названием «Екеумас». Конечно, сейчас я немного устал, говорю все время, что сниму клип, но даст бог, на эту песню будет видео. Через пару дней я поговорю насчет сценария, каким он будет, чего стоит ждать. Что ж, Дастан, мы в вас верим.